Всем привет! Давно хочу снять видео, никак руки не доходят. Сейчас обратно вернулась к вышиванию. Это мое обычное зимнее времяпрепровождение. Вот, ну давайте покажу вам растишки, которые мне достались бесплатно. Это подарочки к покупкам на Авито. Я в последнее время часто на Авито беру растения у частных продавцов. Вот, и зачастую они делают такие вот презентики. Так, ну давайте поподробнее. Это вот малявочка калерия. Корешочков я, к сожалению, пока не вижу. Вот продавец написал, что высажена она 25 октября. Вот как цветет, загадка. Несчастное такое. Вот оно. Ну, недели три почти, наверное, да, получается? Ну, то есть брала я ее вот буквально как она высадила, через неделю, наверное, после этого. Ну, примерно, да, примерно 3 недели. Вот такой вот маленький. Сразу вот решила проверить. Корешочек появился. Это гибискус. Сколько тут? 4 череночка. Продавец отрезал их при мне от своего растения. Вот, вот эти листочки, мне кажется, появились уже у меня. Ну, раз корешочки наросли, ну, по крайней мере, один виден. То есть, одно точно укоренилось. Я покупала семена этого самого гибискуса. Вот, не могу найти. Куда-то они у меня подевались. Ну, вот, альтернативу, в общем, приобрела, скажем так. Вот, ну, пока вроде неплохо. Стоят постоянно в парничке. Следующая белоперония. Тут 3 череночка. Вот, немножко пожелтели листики. Не знаю, пора ли его доставать из теплички, нет ли. Ну, пока перестраховываюсь. Вот, цветет бордово-красным. Такая вот. Дальше барлерия. Тоже никогда даже не слышала такого названия. В интернете посмотрела, цветочки очень красивые, расцветка тоже неизвестна. Ну, скорее всего, красная, как мне сказали. 3 череночка. Вот, вроде как укоренились. Фото цветочков вставлю. Очень симпатичные. Недавно пересадила свои эписции. Так, это вот... Ох, как же она называется? Не помню, подпишу тогда. Розовый дым или розовый туман в переводе. Pink Smoke, вот, вспомнила. Вот, что-то оно мне нижние листочки потеряло. Подсушила, сбросила. Не знаю, то ли это из-за пересадки, то ли ей все-таки нужны парниковые условия. Ну, в общем, поставила ее в тепличку. Не знаю, как дальше дело пойдет. Вот эти малявки тоже пересадила. Надо подписать бирочки новые, приклеить. Вот орликин. Вот это вот седая леди.
Что-то они у меня тянутся, святым, видимо, маловато. Это фарфоровая куколка. Это шоколадный вельвор. Вот, а еще у меня есть голландка. Ну, пока есть. Боюсь ее потерять. Так, сейчас позже покажу ее. Вот эта растишечка и пишечка у меня новая. Это тоже подарок. Ну, была она в таком состоянии. Я ее сфоткала, прежде чем переукоренять. Ставлю тогда фото. Здесь у меня вообще было 4 череночка. Один начал терять тургор. Мне его пришлось переставить в гидрогель. Вот остальные 3 пока чувствуют себя нормально. Приколола их такими импровизированными булавочками. Вот, название сорта не знаю. Я уверена, что есть знатоки, которые смогут мне подсказать. Что ж, она у меня безымянная тут сидит. Так, и вот веточка, которая у меня не хотела укореняться никак. Ну вот в гидрогеле она себя проявила неплохо. Вот даже корешочки пустила. Вот, а вот это вот та самая голландка. Она, ну, погибала практически. У меня был выбор или выбросить ее, или вот в гидрогель поставить. И она прямо ожила. Ну вот не знаю. Не очень мне нравится, конечно. Вот здесь вот внизу. Боюсь, как бы не загнила. Вот в таком состоянии она у меня стоит уже давно. Вот чем хорош гидрогель. Даже вот такие крохотные растишечки прекрасно в нем держатся. Вот, но это листочки тоже, они как бы оставались после обрезки. Я их сюда поставила. Ну, они мне не мешают. Вдруг что-то получится. Что-то сегодня у меня с фокусом не то. Ну и давайте в конце покажу вышивашку. Вот, большая она такая, 30 на 40. Такая вот золотая осень. Очень яркая. Камера, к сожалению, не передает. Тоже, кстати, ребят, брала на Авито. Просто люди покупают наборы, вышивать не хотят и продают буквально за копейки. Такая вот большая работа мне обошлась в 500 рублей всего. Очень рекомендую. Абсолютно новый набор. Вот так вот. Спасибо вам, что смотрели. Всем пока-пока.